Множество. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Матвей выходит из биоробота, становится рядом. У него голограмма. Голограмма. Хорошо. Будем поднимать сразу? Сейчас, подожди, выходит. Посмотри. Тяжело выходит. Готово. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Матвея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Матвея поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Матвея. Матвей идет к папе. Мы спрашиваем. У него энергии почти нет. Я его вообще плохо вижу. Он как растворяется. Сейчас будем разбираться, кто там что растворяет и кого мы сегодня растворим реально. Хорошо, я спрашиваю разрешение у Матвея. Он готов к проверке, диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит, он кивает. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Матвея, под ногами, 360 градусов вокруг него. И сканер сканирует все 7 тонких тел Матвея. Находит все. Бери голограмму. Я даю команду на счет 3. Голограмма полностью отключается до 100%. Безболезненно выходит из тонких тел Матвея. Отключается до 100%. И отправляется в клетку, тюрьму. Но у него вот к этой голограмме гуманоид там причастен. И у него от ноги идет веревка. В клетке у нас кто? Сейчас, подожди. Демон. Демон. Какой демон у нас сидит в клетке? 12. 12 герцовый. Хорошо. Кандидат на уничтожение. Но дергает за ногу, за эту веревку. Отлично. Демон получает удар. 500 тысяч герц. Удар. Сегодня я тебя дерну за ногу, демон. У него воронка, в которой он прячется. Хорошо. Вытаскивает из паразита из воронки. Становится в соседней клетке. Готово. Хорошо. Отлично. Поехали дальше. Итак, у нас один демон. Гуманоид притянулся. Притянулся, да. Хорошо, и кто еще? Спрут, гуманоид и демон. И спрут. Хорошо. И у него, у ребенка, да, накидка еще сверху. Накидка. Сила моего намерения. Снимаю эту накидку, отключаю полностью. Выходит. До 100% идет в клетку, тюрьму. Готово. Хорошо, выстраиваю канал от накидки. 1, 2, 3. Притягиваю ответственного. Гуманоид. Он же, да? Угу. Хорошо. Откуда ты, паразит, гуманоид? Орион. Орион. И как долго ты находился в биополе ребенка, Орион? 3 года. 3 года. Хорошо. Ты знаешь, за все надо отвечать в жизни, да? Ты готов отвечать за то, что ты сегодня, за эту боль, которую ты ребенку причинил? Он удивлен, как его нашли. Удивлен? Я тебя сейчас больше удивлю. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Вот, просканируй и посмотри, что тебя ожидает в конце этого сеанса, гуманоид. Он говорит, что она его съест, эта плазма. Абсолютно верно. То же самое, что ты сделал с ребенком. Убирая плазму, входит в меня. Демоняка, сколько ты лет находился в биополе ребенка? Подожди, он говорит, что ты не можешь иметь плазму. Могу, могу. Как это видишь? Запрещенное оружие. Вот. Вот представь себе, кто я такой, что я имею запрещенное оружие. И пока ты стоишь, думаешь, я перехожу к демону. Сколько ты находился в этом биополе, паразит? 1 год и 5 месяцев. Кто тебе разрешал входить в его биополе? У тебя есть контракт? Нет, воронку я затянула. Еще так думаешь, безнаказанно уйти из этой ситуации? Если я тебя отпущу, так только с рогами в твоих руках. Я спрошу сегодня отца Матвея, что он хочет с тобой сделать. И как он бы мне сказал, я это исполню. Отец говорит, всех уничтожить. Ну, демон,
Какая веселая ситуация появляется, а? Чтоб не подходили больше к ребенку. Ну хорошо, будем разбираться дальше. Сначала переходим к реверсу. Я еще не понял, сколько спрут находился в биополе. Посмотри, пожалуйста. Год и два месяца. Год и два месяца. Где произошла подключка спрут? В воде произошла. В воде. Год спустился и два... с водой. Дождь или что? А как ты в квартиру вошел? Душ. Душ. А как ты в квартиру мог вообще там выжить с этими энергиями? Какими энергиями? Мы чистили квартиру, Вера? Мы чистили, но меньше, чем год и два месяца назад. Меньше, чем год и два месяца назад. Значит, он был до этого там или что? Ты присутствуешь еще в квартире? Он пришел с водой. Нет, он не присутствует. Угу, хорошо, он через воду пришел. И вошел сразу в биополе. Я даю команду о тонкой копии Матвея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, а также их подключкам к этой голограмме, к этой воронке и к этой накидке. Каналы выстраиваются. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Матвею. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усиливаю потоки в 100 раз. Посмотри, пожалуйста, что идет в голограмме и накидке. Накидка его закрывала от всех, а голограмма, она как страх идет, пугала его. Mm-hmm. А то есть она как зеркалила. Ну, я сейчас думаю, страх какой-то испытывает. Какой-то негатив. Страх испытывает по-настоящему сейчас та сущность, которая в клетке стоит. Этот гуманоид. Поставь экран возле гуманоида 1, 2, 3 и покажи, сколько, к скольки людям он подключен в матрице Земли 1, 2, 3. Пошла информация. Нескольким. Нескольким, только с ним. Хорошо. Но массивное воздействие не останется безнаказанным. Я уже показал перспективу гуманоида. Орион. Он к нему в виде ангела пришел. Любишь ангельскую энергию, да, гуманоид? В моих руках появляется шар ангельской энергии. 1, 2, 3. Он говорит, не в таком виде. И кидай ему в морду эту энергию. Хотел энергии ангельской, получи, паразит. Ощути радость и свет. И любовь. Не в таком виде, она его душит. Ну как же ж так? А ребенка душило. Тебе никак не это не отражалось на тебе? Или как? Когда он плакал каждое утро. Это только... Прекрати жечь меня. И это только ангельская энергия. Забираю ее назад, входит в меня. Ну, а живая плазма тебя ожидает в самом конце. Реверс закончился. Отлично. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Матвей забирает всю чистую и светлую божественную энергию. 1, 2, 3. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Ну, демон, ты попал сегодня. Ой, как ты попал. Я только исполняю приказы. Значит, демон у него забирал радость и спокойствие, он дергал его за эту веревку, тревогу вселял, страх. Демон, это серьезное воздействие. Я думаю, тебе стоит за это заплатить. Как ты собираешься расплачиваться? Ты думаешь, это зона беспредела, где можно делать все, что можно? Хочешь? Влад, срежь ему 2 рога. Да, будет так, а так и есть. Верни рога. Не верну я тебе ничего. Зачем они тебе? Ты сегодня уйдешь в галактическое ядро. Все. Единственный, кто может тебе помочь, это вот Матвей, который стоит. И его папа, который имеет право голоса за него. Ты не мне говори, а им говори. Они мне сказали тебя уничтожить. Пока еще до этого не дошло. Но в процессе мы скоро приблизимся к этому пункту, демон. Не к тому ты зашел и не туда. Закончился реверс. Отлично, хорошо. Даю команду на счет 3. Все, что установил демон, отключается полностью. 1, 2, 3. Безболезненно сканер помогает, сканирует на частоте демона, выводит все его подключки, все его артефакты. Все выходит и зависает, формируется в шар. Все, что находится в биополе Матвея на частоте демона, выходит
и формируется в шар. Отключается до 100%. Все энергии демонические выходят, летят в этот шар, связанный с этими подключками. Все боли, все летит туда. У него руки, носки, вот эта веревка с ноги выходит. Все, до последнего выходит. Готово. Отлично, открывая портал в галактическое ядро, это все уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя его туда, демоны, ты сегодня уйдешь. Готово. Хорошо. Даю команду спруту, быстренько выскочил, собрал все, что ты раскидал, отключился полностью и вернулся в клетку-тюрьму. Приступай. Но он снимает с головы, как вплетено у него волосы, что-то щупальцы. Готов. Хорошо. Я даю команду сканеру еще раз просканировать начисто эти гуманоида, его голограммы, его накидки, его энергии и все это вывести до 100% из биополя Матвея. Формируется все в шар. Пошел процесс. Включая внутренний белый свет Матвею, и Матвей помогает сканеру, выдавливает из себя светом все, что осталось на чистоте гуманоида и всех остальных сущностей. Гуманоида вышли, подключки еще. Конечно. Сканер, просканируй эти подключки и выводи их сразу, когда отключается голограмма гуманоидов и других сущностей. Готово. Открывая под этим шаром портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Даю команду Матвею. Папа помогает сделать импульс высоковибрационного шока удара на счет 3 и отсечь от тебя все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Получилось у него? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Итак, проверку прошли, каналы отрубили. Спрут. Это первое и последнее предупреждение. Если я тебя еще раз когда-нибудь встречу, я тебя сожгу. Тебе это понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, у меня остался демон и остался гуманоид. Итак, демон. Мне сказали тебя уничтожить. У тебя есть последние свои слова? Не имеете права уничтожать. Почему? Это карма. Серьезно? А ты слышал про законы мироздания? Про манифест слышал? Любой несанкционированный вход в мое биополе. Кто читает манифест? А кто его делал на основании законов мироздания? Законы мироздания. Если ты их игнорируешь, это твоя проблема. Ты их должен был знать. У тебя есть единственный шанс сейчас обратиться к Матвею, к его отцу, и как-то их убедить, чтобы они тебя не уничтожали. Чтобы они эту команду назад забрали. Иначе я открою канал и портал галактическое ядро, и все. Это их решение, это их биополе. Они хозяева в своем биополе. Понимаешь? Понимаешь. Я слушаю. Ну, ему папа говорит, держись далеко от моего сына, иначе я сожгу тебя. А что демон ему отвечает? Или он вообще ничего не отвечает? А демон отвечает, что он не один. У него есть друг в квартире, у мамы. Угу. Я уйду, но он останется. Хорошо. А давай я покажу тебе что-то, что у меня есть еще. Появляется в моих руках энергия царя Соломона. 1, 2, 3. Посмотри. Может, это лучше галактического ядра? Демон, ты мне отвечаешь сейчас угрозами. Я тебе последний шанс даю сейчас исправить эту ситуацию, или иначе ты уйдешь. Он говорит, я никому не угрожаю, я говорю о последствиях. Я уйду, другой останется. И его сожгем. Речь идет о тебе, а не о нем. Тебе так безразлично твое существование? Или ты реально просто тупой демон? Не надо меня обзывать. Если бы ты был бы умным, ты бы уже нашел слова для того, чтобы сказать отцу, что ты никогда больше в это биополе не придешь. Но ты тупой. Ты хочешь я реально... Я сказал это своим путем. Ты сказал, что в квартире находится еще один, и он будет. Да, и то, что все. Я уйду. То, что ты уйдешь, если тебя отпустят, демон. Но реально с тобой невозможно разговаривать. Иногда бывают бесы умнее, чем ты. Изговорчивее и понимают. Что непонятного? Я сказал, что я уйду и не вернусь, но там находится еще один.
Хорошо, Дима. Я тебе даже наводку дал. Что ты на меня? Да и мы знаем, что там находишься. Хорошо, я даю команду на 4, возвращая демона его рога. Встают на то же место, где стояли. Готово. Хорошо, демон. Первое, последнее предупреждение. Все понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяя. Воронку он хочет. Нет, воронку ты не получишь. Открывается под воронкой портал в галактическое ядро, воронка ушла на переработку. Закрывая, печатаю, растворяясь, это огненную пентаграмму. Готово. Еще ему под ключки буду отдавать. Ну хорошо, остался у меня гуманоид. Сущность, которая считает, что она выше богов. Центр мироздания, выше абсолюта. Мы и есть боги. Ой, какой ты бог! Посмотри, где ты вокруг, где ты стоишь сейчас, в клетке, тюрьме. Какой ты бог? Это временно. Богов можно уничтожить? Скажи мне, а я могу тебя уничтожить? Какой ты бог? Ты пародия просто, которая пытается исказить законы мироздания и Творца. Честно говоря, мне на тебя реально жалко энергии. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня тут попался один экземпляр. Посмотри, пожалуйста, Орион, 3 года. Сидел в ребенке. 7 лет ребенку. 8. Массивнейшее воздействие. 3 года. Голограмма, накидка. Не просто так сидел. А что там, расскажи, пожалуйста. Определенной энергии имеет ребенок. Накидку, да. Уничтожить. Уничтожайте, его забираем. А это у нас голограммы. Голограмму тоже уничтожим. Хорошо. Уничтожить. Хорошо. Надеюсь, он был долго у вас. Хорошо, под накидкой голограммы открывая портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готовы его забрать даже. Хорошо. Не хочу действительно пачкаться в такую сущность паразитарную. Хорошо, поехали дальше. Хорошо, давай проверим все равно на контракты. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. Матвей должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Ребенок производит просто осознанную, видимость осознанной души и понимает, о чем идет речь. Матвей, ты все понимаешь, что мы делаем? Помогаете мне. Все правильно. Я говорю вслух, а ты повторяешь за мной. В дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, если таковы есть? Есть. Активный подсвечивается? У него есть активный. Ух ты. Чувство надо было проверить. Хорошо. Так, ставим монитор. Откуда? Считай информацию, откуда идет. С гуманоидом с этим он договорился. Ах, вот как, хорошо. А что он тебе обещал, Матвей? Он пришел как друг в виде ангела. Понятно. Хорошо, Матвей, дам тебе совет, когда в следующий раз появляются такие сущности перед тобой, кто бы это ни был, ангел, что угодно. Говори всегда. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает передо мной в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вот как только ты это скажешь, с него эта маска слетает, и ты увидишь этого гуманоида. И сразу поймешь, что нельзя легкомысленно ни на что соглашаться. Ну, он говорит спасибо, я уже понял. Отлично. Хорошо. Тогда сделаем следующее. Повторяй за мной. Возвращается, да? Есть, да, возвращается. Отлично. Хорошо. Открывается воронка в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулированные. Закрывай, печатывай, растворяй. Переходим к процессу активации, идентификации души. На счет 3 запускаем. 2, 3. Пошел процесс. Ангельская душа. Ангел. Хорошо, отлично. Готово. Хорошо, я еще хотел сделать запрос в энергоинформационном поле. У меня вопрос. Может ли отец выставлять Матфею защиты вместо матери? Святая Мария присматривает за всеми детками. Святая Мария. Обращайтесь к ней для защиты. Хорошо. Значит, да. Какой-то особый? Или просто к иконе, или просто к Святой Деве Марии? К Святой Деве Марии.
Святой Деве Марии. Простыми словами, с намерением защиты. Отлично. Мы передаем эту информацию отцу и Матвею. Значит, мы тогда закончили. Благодарю за информацию. Матвей, как ты себя чувствуешь без этих сущностей? Секунду. На твой вопрос идет ответ. Пожалуйста. Мать все-таки должна защищать. Там другие энергии, связанные с оплодотворением и беременностью, не связаны именно энергиями, которые знает ребенок. Отец, он, его энергии важны, но они, как они показывают, они идут рядом. Второстепенные. Они не обволакивают. Они не второстепенные, но они не обволакивают, как энергии матери. Понятно. Но что делать, если в матери сидит демон, и мать никакой осознанности в этом плане не имеет и этим не интересуется? Это путь ее души. Это путь ее души, но страдает кто? Ребенок 8 лет. Я благодарю за эту информацию. В любом случае, мы передадим ее. Хорошо. Итак, Матвей, как ты себя чувствуешь? Весело. Отлично. Вот. Так это твое нормальное состояние. Как ребенок, ты должен всегда быть веселым. Будем возвращать тебя назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. У тебя есть ангельские энергии. Со временем ты начнешь их чувствовать, ощущать. И ты этими энергиями сможешь со временем выставлять сам себе защиты. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Матвея в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Сейчас, подожди. У ребенка есть физическая память. И физическое тело помнит. И поэтому, чтобы четко понимать, что он чистый, наполнен энергиями, он должен представлять этой энергии. И понимать, что в нем нет ничего чужеродного. Визуализировать. Хорошо. Тогда папе надо все-таки показать, как выглядят родные энергии, энергии чакр, все 7 цветов, чтобы ребенок знал, где какие чакры находятся, какие и представлять себя закрытыми глазами и смотреть, какие чакры затемнены, есть ли там что-то чужое или нет. Тогда он может это обнаружить и скинуть. Я на месте.